Acting like a stranger, what's with your behavior? Say my name, if you love me, let me. Привет всем, добро пожаловать на мой канал. Сегодня будет у меня немного бьюти-видео. И два средства у меня сегодня из Китая. Также у меня будет новая помада для губ, которая пришла тоже из Китая, матовая. Поэтому давайте вместе попробуем их, протестируем, насколько они оправдают наши ожидания, насколько хорошее качество и насколько хороший будет результат. И у меня сегодня два средства для бровей. Попробуем использовать вот такую перманентную помадку. И вот такие вот у меня тени. Наносила я все это в разное время, поэтому не обессудьте. Не могу два раза сделать с бровями что-то. Решила попробовать воспользоваться этим в разное время. Но она очень классная, легкая в применении. В следующем видео вы сейчас это увидите. Так, сегодня у меня две новинки с сайта AliExpress. Я хотела попробовать на своих бровях новый метод какой-то окрашивания, который придумали китайцы, опять же. Китайцы много вообще чего придумывают. Одно средство я уже немножко попробовала, как это вообще происходит, как наносится. И второе буду пробовать уже с вами на камеру. Я надеюсь, я этим не ухудшу состояние сейчас моих бровей, потому что они более-менее стали у меня отрастать. Потому что у меня очень долгое время брови были в каком-то статичном состоянии. Их не надо ни дергать, ни выравнивать. И просто почему-то они не росли. Ближе к делу. Итак, сегодня у меня такое средство необычное. Я видела подобный аналог на сайтах Инстаграма. Точно так же я видела это средство в Фейсбуке в виде рекламы. Очень многие продают это в Америке. Не знаю, как у них идут сейчас на это именно их продажи, но, по крайней мере, мне стало интересно, что это такое. Так, давайте откроем. Здесь у нас в составе вот такая коробочка, которую мы достаем. Здесь у нас идут формы для бровей со спонжиками на концах. И в другой стороне чашечки у нас идет зеркальце. И само, собственно, средство, которое напоминает тени. Цвет у меня средства Bright Brown, светло-коричневый. Итак, что же мы делаем? Берем одну часть, которая будет, видимо, накладываться на левую бровь. Окунаем ее сюда, хорошенько окрашиваем. И таким движением наносим, совпадая по форме приблизительно со своими бровями. Немножко можно подкорректировать. Создает немного такую дымку, и как будто вы бровь заполнили просто обычными тенями. Беру вторую. Окунаю хорошенько и немного промахнулась. Немного рыжик. Лучше было бы, если бы они использовали более серый оттенок. Ну, довольно очень быстрый метод. И, кстати, бюджетный. Хотя сейчас в моде более пологие брови. Не знаю, понравится ли вам подобный изгиб. Итак, если у вас, допустим, быстрая какая-то
нужно поправить макияж, у вас, допустим, какая-то встреча, вы можете, в принципе, носить это и в сумочке. Средство довольно компактное. Если вы, допустим, блондинка или у вас более рыжий подтон, возможно, вам это больше подойдет, чем мне. Следующее средство мы будем пробовать немного позже. Интересный способ, как он вам, расскажите, напишите в комментариях. Также он помогает вам справиться с ситуацией, если у вас руки нарастут из какого-то неправильного места. Вот. Но я думаю, можно его, в принципе, зафиксировать каким-то гелем. Обычным, который продаются, я думаю, в любом магазине, даже у Essence. Если вам понравилось, ставьте ваши лайки, буду очень рада вашей поддержке. И это толкает меня снимать больше и больше роликов.